Анжелика Ерохина, менеджер виртуальной реальности, едет в научную лабораторию на скейте. На первый взгляд, обычный подросток. На деле – гостья из будущего, который уже сейчас знает, как мы будем жить через 20 лет. Новые технологии однозначно изменят как и образ нашей жизни, так и то, чем люди будут заниматься, чем интересоваться. Потому что, например, сейчас можно попробовать то, что ты хочешь в виртуальной реальности, а потом понять, интересно ли тебе это попробовать в жизни. Атлас новых профессий подтверждает, ее специальность появится после 2020 года. Анжелика даже внешне напоминает повзрослевшую Алису Селезневу. Ее день проходит в окружении диковинных приборов. Стереомикрофон с ушами для более четкой локации звука. Футуристический шлем, предназначение которого в двух словах не объяснишь. И многоглазая камера для съемки видео 360 градусов. Мы снимаем на нашу камеру, а ваша камера снимает... Все вокруг. Все вокруг. Да. Мы прямо можем все вот прямо сейчас прокрутить для вас, и вы увидите нашу съемочную площадку в действии. Психологи дают четкое определение поколению миллениума. Они не знают мира без интернета и гаджетов. В их реальности каждую секунду по электронной почте отправляется 200 миллионов сообщений. Информация – вот новый кумир. Люди нового поколения, они более информационно насыщенные, очень быстро работают с информацией. Новое креативное мышление, да, их сейчас с удовольствием берут на работу, потому что они находят такие пути решения, которые не приходят в голову предыдущему поколению. Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Поколение 60-х равнялось на первых космонавтов. Потом стриглись под Битлз. В 80-е годы лидеров мнения слушали на рок-концертах. Появление кумиров поколений руководитель лаборатории будущего Денис Столяров связывает с развитием технологий, о чем бы ни шла речь. Освоение космоса, добыча угля или музыка. Элвис Пресли и первые группы вот 50-х, начала 60-х годов, Битлз в том числе. Вот все это направление, оно было связано с появлением электрогитары в тех или иных вариантах. То есть все равно прогресс? Получается, что так. То есть получается, что в данном случае некоторые технические изобретения, на первый взгляд, может быть, даже и не очень важные, но они определяют огромные направления, по которым развиваются в том числе творческие люди. Стив Джобс его инновациями стал идеалом далеко не для всех. Степан Печахчи равняется на передовика Стаханова и доказывает серьезность своих намерений у токарного станка. Когда ты своими руками что-то делаешь из грязного куска металла, какую-то красивую деталь, там, точную, очень чистую, красивую, завораживает меня. Он вытачивает детали с точностью до микрона и мечтает о карьере конструктора, который изобретет новый вид транспорта без срока износа. Его сокурсник Саша уже получил место на Обуховском заводе. Будет работать и учиться на инженера. Зарплата рабочего покроет все расходы. Хорошая зарплата, до 80-90 тысяч. Но это все от стажа работы уже зависит. Да. Слушай, у нас зарплата на теле не меньше, я тебе хочу сказать. Может, я прогадала с выбором. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Их тоже 26. Друзья по медицинскому колледжу Ярослав и Арсений после выпуска пойдут разными путями. Один в космические войска по стопам отца, другой тоже по семейной традиции станет врачом. Была возможность поработать как санитаром несколько дней в сердечно-сосудистой реанимации. И мне очень понравилось. Я понял, что это то, чем я хотел бы заниматься всю жизнь. Так, ну скажите, что 81 это? Балл за русский, это, в принципе, примерно средний балл по школе. Выпускница математического лицея Алина волновалась в ожидании списков с результатами экзамена. Алина станет спортивным психологом. Выбор как нельзя более актуальный, учитывая проблемы российской сборной. Ну, так как я сама в какой-то степени занимаюсь спортом, я на самом деле и в команде там девчонкам помогаю тоже настраивать, там, успокоить перед там, стартом, тоже очень полезно. Гонку за успехом поколение миллениума научилось сочетать с небывалым гуманизмом. Примерно каждая десятая запись в социальных сетях – обращение за помощью. Одним кликом мыши собирают миллионы на операцию и находят приемных родителей. Кто знает, что еще принесет нам прекрасное далеко. Евгения Альтфельд, «Пульс города».